Доброе утро. Доброе прекрасное утро, девочки. Доброе прекрасное утро, мальчики. У нас 8:30 в Дубае, утра. Я иду на работу, прекраснейшим настроением. Сейчас разговаривал с Игорем, мне кажется, чуть-чуть приболел. Ну, какой-то, знаете, как заложенность какая-то. И вчера у меня была такая усталость, что я спал весь день. Представляете, я спал весь день. Я даже в зал не пошел, потому что у меня не было сил. Мне прям хотелось спать. Я на бассейне не спал. Потом домой пришел, уснул, начал стирать вещи. Постирал постельное белье, постирал обычные шмотки. Я прям хотел спать, я прям вообще спал, пока машинка стиралась, я спал. И это, вроде сейчас все прекрасно и все великолепно. Сейчас с Игорем разговаривал, я говорю: Игорь, по поводу этого проекта, который сейчас намечается. Он говорит: ты-то, конечно, поимеешь с этого проекта. Говорит: я ничего, говорит, ты поимеешь. Я говорю: спокойно, поимею я, поимеем все мы. Вообще, на самом деле, это очень крутой момент в моей жизни. Я говорю: Игорь, тут, блядь, главное не оплошаться, тут такой шанс выдается. Говорю, надо его выжить просто по максимуму. Показал Игорю урок по английскому с парнем с этим. В принципе, он говорит: Жень, мы это все с тобой проходили. Я говорю: да, блядь, мы много чего проходили. Я говорю, просто нужно вспоминать это все. Ну, в общем, в итоге я решил продолжить заниматься и с парнем, и Игорь будет мне помогать. В общем, сейчас двойной удар буду наносить по английскому, потому что я Игорю говорю: у меня вот, например, есть какие-то вопросы, чтобы я не ждал следующего урока, к примеру. Я говорю: помоги мне, ну, с ответами на мои вопросы. Он говорит: да, так и надо. Когда уже есть опыт в разговоре, есть какая-то база, говорит, и вот уже нужно локально бить по этим моментом, который ты используешь в английском, и его нужно прорабатывать, эти моменты. В общем, Игорь будет мне помогать, и я буду еще ходить обучаться у этого парня. Мне вообще нравится у этого парня, что он не говорит по-русски, и мозг вообще начинает по-другому работать, начинает очень сильно напрягаться, чтобы понять что-то, знаете ли. Вот, короче, жара пиздец, все как обычно. Вот. Я уже, блядь, устал. 4 минуты иду, я уже устал, потому что жара, блин. На работе. Девочки, кому нужен прекрасный кондиционер? Для блонда. Вот мой рекомендацион, очень крутой вот этот. Очень нравится. И вот это нравится. Останавливающий Брайан. Это нам дали тестеры пробовать. Компания. Очень клевая. Так, ну что? Частично поработал. Сейчас у меня перерыв, я закончил, представляете? У меня было окно 2 часа до следующего клиента. И я так быстро поработал с предыдущими двумя клиентами, что у меня окно образовалось в 5 часов. Вторая клиентка пришла раньше, она была на маникюре, я ее забрал, потому что с первой я закончил процедуры раньше. Забрал вторую раньше времени. И, в общем, в итоге образовалось окно в 5 часов. 5 часов перерыв, я взял продукты домой, салаты, курицу, сок, carrot, морковка, просто у меня перед глазами carrot, надпись, и этот, и второй сок, сука, а второй сок какой? А, этот, ананас. Впереди идет мой сосед, спортсмен. Я не понимаю, чем он занимается. Вот сейчас его покажу вам. Вот он, в черном. Не знаю, чем он занимается. Он постоянно ходит в магазин, в этот, в Спиннес, покупает готовую еду. Постоянно я его вижу на какой-то пробежке. Он постоянно на каком-то, знаете, в ритме спорта. Вот. Вчера, не знаю, рассказывал, нет? Вчера Игорь разговаривал тоже с этим, с проектом. Помогает им. В общем, всем помогает, все помогает. Мы всем поможем.
всем, кому мы нужны, мы всем поможем. Ой, скорее бы. Извини, Игорь, скорее бы. Я так хочу, чтобы быстрее это случилось. Но мой сосед кого-то встретил. Пошел здороваться. На улице 38 градусов, и ничего нового. Все стабильно. Клиентов стало меньше, потому что половина поулетала. Но, честно говоря, в такую жару и не хочется работать. Вот, очень многие поулетали. Летом, говорят, вообще на 60% упадет выручка. Смотрим. Ничего страшного, зато в сентябре мы впахивали. Так впахивали, у меня аж руки горят. Я иду, у меня руки горят от жары. В сентябре впахивали так, что потом все проклинал. Но сейчас я буду понимать, что сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь кормят лето. Поэтому буду еще активнее работать в сентябре. Может, даже выйду опять на график 3-1. Посмотрим по ситуации, чтобы заработать много денег после лета. Будем смотреть по ситуации. Благо, все возможно, все лояльно. К любым условиям директор идет навстречу. Супер. Так, мне надо перейти дорогу. Я к вам вернусь. Пока шел домой, запись добавили. Так, английский. Где мой английский? Вспомнить бы. Вы знаете, вон картинка, открытка у меня какая есть. New Horn. Мне так нравится она. Так, окей. Таро. Таро, блин, столько колод у меня здесь. Просто вообще. Это что такое? Why? Как ты здесь оказалась? Нормально, еще карта отдельно. Стоп, секунду, ребята. Я не могу понять, где английский. Где английский мой? Куда его надо достяг? Я же ни разу так к нему не прикоснулся. Кстати, мой... ладно, не видно здесь. Красный диплом хотел свой показать вам. Секунду. Вот мой красный диплом парикмахерского искусства. Красноярский получал его. Естественно, у меня там одни пятерки. Естественно. Что еще не могло бы там быть? А, так. Вон еще колода лежит. Что за бардак вообще? Что все в разных углах? Так, ноутбук. Ноутбук ни разу не включил, пока был здесь. Мне кажется, он уже сел, пересел. Ни разу он его не открыл. Так. Может, Игорь знает, где? Короче, я не знаю, где английский. А где он может быть-то? Так, надо поесть. Надо поесть. А, в этом шкафу. Все, понял. Вон там он лежит. 100%. Видите, взял курицу. Не завидно вам, нет. Курица и песто, паста, песто, салат. Все, буду есть, сейчас вернусь к вам. Лень мне накладывать в тарелку. Это, кстати, очень вкусно. Это бомбически вкусно. Это, ну, песто, это курочка. Мне вот теперь интересно, нашел я английский. Мне теперь интересно открыть это все и вспомнить, насколько мне легко сейчас дастся английский после 8 месяцев практики. Тут мой английский. Я прям реально хочется это все сейчас быстренько. И сказка. Тут сказка есть. Начинали с Игорем учить английский со сказки. Теперь хочется его посмотреть, насколько мне легко это будет даваться. Все, сейчас буду есть. Благо, все нашел. Слава богу. Кстати, английский учебник. По этому учебнику учился Игорь.
И я вам хочу сказать, что круче ничего нет. Мне там некоторые писали слишком умные. Ой, уже другие, более лучшие есть учебники. Нихера, учитесь по какому хотите. Я просто говорю вам, что именно по вот этому учебнику у меня английский сдвинулся. Может быть, конечно, благодаря Игорю, но техника, методика изучения именно по этому учебнику очень бомбическая, очень. Поэтому вы учите хоть по букварю, блядь, хоть как хотите. Хоть по вчерашней изданной какой-нибудь новой книге. Я буду учить, продолжать по вот этому. Это мы уже столько прошли с Игорем. И вот еще столько осталось. Еще и вторая часть. И она здесь тоже, в Дубае. Все, надо это есть и повторять английский. Слушайте, ну это трэш. Я поел. И снова меня вырубило. Я вчера весь день спал. Сегодня весь день сплю, блядь. Ой. Надо идти на работу, а я прям не могу встать. Мне прям спать хочется. И я себя ловлю на мысль, что мне не хватает кислорода. Реально не хватает кислорода. Мне сегодня девчонки на работе утром сказали, что, оказывается, есть кислородные маски. И некоторые используют кислородные маски, но их тоже надо грамотно использовать, потому что там передоза тоже не было слишком много. Короче, это пипец. Реально сейчас начинаю понимать, что это очень жестко. А летом будет вообще трэш. Жара съедает весь кислород, и дышать просто нечем. И вот из-за этого такая утомляемость. Потому что я уже контролирую себя, смотрю. Сначала подумал, может быть, я что-то съем такое тяжелое. Знаете, когда бывает, углеводов много сожрешь, что-то такое сложно сочиненное, и спать хочется. Вроде уже такого не ем. И все равно. Короче, меня это пугает. Меня это очень пугает. Надо вставать на работу. Ой, блядь, не хочется. Не хочется. Вчера поменял постельное белье. Настирал. Кстати, постирал. Повесил сушить белье. Высохло, наверное, часа за два. Я его выставил на балкон. Белье с полотенцем, этим сушителем. Высохло реально часа за два в этой жаре. Просто, моментально. Вчера две стирки простирал, белье и обычную одежду, и все высохло. За вчерашний день все высохло. Тут же, блядь, моментально. Ой, мои хорошие, ладно, буду собираться. Мне через полтора часа быть на работе. Две клиентки. Доброе утро. Короче, кислород кислородом. У меня же мороженки есть. Помните, я вчера показывал? Я вчера купил новую пачку вот таких мороженок. Вот их мы сейчас попробуем с вами. Не знаю, где салфи-палка. В семье же два блога. Второй блогер мог себе ее забрать. Показывает, как это выглядит. Это стоит 24 дирхама. Та стоила 10 дирхам, девочки. Кто-то мне писал неправильную сумму. 10 дирхам та стоила за 6 мороженок, получается, 200 рублей. Это 24 дирхама, 500 рублей за 6 мороженок. Такая коробка. И такие мороженки. Поднимаемся, поднимаемся, с колен встаем. Вкусно? Очень. Очень вкусно.
страшно. Все. Доедаю, выбегаю на работу.